Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня готовлю мясные шарики в духовке с очень необычным соусом. Впрочем, да и в мясные шарики входит один ингредиент, как и в соус, который вас очень удивит. Приступаем! Традиционно показываю источники, рецепт я нашла в книге, которую вы видите на экране, ну а список ингредиентов в описании под видео. В миске соединяем одно яйцо, 60 мл горчицы Дижон или любой другой неострой горчицы и 3 столовых ложки молока. Все перемешиваем до однородности. Далее добавляю 3 четверти стакана сухих хлебных крошек панко и пол стакана нарезанной кураги, 2 чайные ложки сухого шалфея и 1 чайная ложка кумина. Все перемешиваю, чтобы ингредиенты соединились. Миску откладываю в сторону, она понадобится чуть позже. Большой противень, застеленный фольгой, сбрызгиваю маслом спреем и отложу его в сторону. На сковороде нагреваю 3 столовых ложки растительного масла. Кладу 1 среднего размера измельченную луковицу и также добавлю 2 небольших измельченных зубчика чеснока. Все перемешиваю и буду тушить лук с чесноком до тех пор, пока они не станут мягкими. Снимаю с огня и добавлю к другим ингредиентам. Сюда же добавляю 600 граммов говяжьего фарша, 1,5 чайных ложки соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца. Массу хорошо перемешаю. Из приготовленного фарша необходимо сделать мясные шарики размером чуть больше, как грецкий орех. Вот примерно вот такие. Мясные шарики буду готовить в духовке, разогретой до 230 градусов по Цельсию, примерно 15 минут. А тем временем приготовлю соус. В чашке соединяю пол стакана абрикосового варенья, добавляю оставшуюся горчицу Дижон. И чтобы соусу придать пикантности, нужно добавить примерно 1/2 чайной ложки острого соуса. Я добавляю больше, потому что мы любим острые блюда. В качестве острого соуса я добавила соус табаско. И все хорошо перемешиваю. Если хотите, чтобы соус был более жидким, отправьте в микроволновку на несколько секунд, а затем снова еще раз перемешайте. Соус и правда очень необычный, но тем не менее вы будете приятно удивлены, он очень вкусный. Мясные шарики готовы, можно их подавать к столу. Подаем их соусом вот таким вот образом. Если вы готовите для какой-то вечеринки, можно подать с такими вот шпажками. Очень удобно, очень красиво и, поверьте, невероятно вкусно. Что меня очень удивило, что несмотря на то, что это говяжий фарш, эти мясные шарики получаются очень нежными и вкусными, и сочными. Попробуйте, вы не пожалеете. Все очень просто, вкусно и действительно необычно. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока!